Он наконец настал тот час, когда я снова вижу вас. Ты шо, бычки моей мечты, елки, ты палки, мама дорогая, Катюня. Так и свершилось, так и случилось. Друзья, всем привет, с вами Дискрепован. Привет, мои хорошие, эх ты, друзья. Всем шалом. Тихо, не гепнись об установочку. А ты тут понавыставлял елки-моталки. Здравствуйте всем, доброго ранку, мы из Украины. Так и всем привет. Можешь поздравить всех евреев, сегодня праздник заходит большой. У них что, не день, то праздник, понимаешь? Так и наша вам с кисточкой. Праздник вот это... Сукот вас, ребята, как СМЭ. Ага, а двое мы СХИМ. Рындани. Ты что? Эх ты, для всех евреев посвящается. Ну, короче, вот все те одесситы, которые чувствуют себя одесситами, которые находятся не конкретно в Одессе, а где-нибудь аж вот там вот. Ребята такие для вас. Все вы немножечко евреи, правильно? Ты что? Ну, народ. Недаром такие про него песни и легенды складают. О, евреи вы, ребята, молодцы, бизнесмены, музыканты и певцы. О, евреи, юморный такой народ, где бы ни был, все равно себе придумает праздник. Ну, правильно, а чего нет? Очень много праздников, сентябрь, октябрь, сплошные праздники. Но знаешь, что ты должен сделать? Поставить возле дома суку. Что не суку, такое? А суку. Ага. Это шалаш такой из пальмовых ветвей. А туда вот то, что он сказал первое, и там шалаш. Там все время надо и кушать, и молиться, и ночевать тоже можно. Эх, Марат, мы же в Одессе, у нас все поприличнее, елки-палки, короче. Наш шалаш еще достраивается, короче, ребята, вот то, когда мы были в гостях у Жени с Надей, да-да, Надя, вот та прямо мама дорогая, фигуристая женщина, которая была недавно беременная, угу, и Жека, хозяин голубей, мы были у них в гостях, короче, там у Жеки есть то ли дед, то ли прадед, то ли это вообще по Надиной линии, короче, очень старый человек, всю жизнь прорыбалил на лимане Телегульском. И рассказал вот этот сумасшедший, бомбический, старинный рыбацкий рецепт. Фантастика. Чисто из бичков, ребята. Ну, мы такие за уху что-то знаем. Но то, что мы пробовали тогда, это что-то нам Боженька сверху послал. Нереально взрыв вкусно. Просто, это просто бесподобно вкусно. Что самое интересное, оно простое и нереально вкусно. Там из ингредиентов надо только вода. Ну, еще пару... Пару листиков из деревьев тоже. Обязательно. Это мы выловим, все нормально. Марат, Джан, что я, короче, поджигаю, а дальше мы будем рассказывать, как есть. Правильно? О, слушай, до чего ж технология дошла, елки-палки? Один большой шикардос. Марат, оставь для навара, ладно, вылавливай, оно еще упадет. Вы мне его лицо исказили. А что, я там отражался? Да, такой красивый, Марат, был. Ну, не стыдно, елки-палки. Поближе подойди. Давай, начинай петь. И рот широко открывай. Пой, говорю. Не, давай, как будто бы ты поешь, а я под фонограмму рот открываю. Я не умею петь, поэтому петь я не могу. Короче, друзьяки. Давай, давай. Всем не умеющим петь посвящается. Кадр первый, дубль первый. Мы такие готовим для вас очередной шедевр. Сегодня это будет маленькая генеральная репетиция в маленьком казанчике. Приготовим буквально немножечко. А завтра ресторан Архимус ждет вас в гости. Двери у нас, как всегда, открыты. Покажи, оператор. Даже если будут закрыты, ребята, ломитесь через забор, и будет вам счастье, елки-моталки. Завтра, в субботу, приготовим это на блюдо дня. Большой, огромный казан хватит на всех. Будет такое... Эх ты, что мне говорить? Те, кто к нам приходит, как я говорю... Ну, в Одессе обязан попробовать, приходите, ребят. Мараджан, люди приезжают непонятно откуда, и чтобы сделать себе приятно. А что, вы два казана поставили? А, так то, что там сюрприз у нас есть. Сегодня вообще чисто рыбный день. Ой, Марат, ты что? А что там? Да это же Игорь заезжал, одесские пельмени. Кому интересно, ребята, я в описании оставлю, короче, контакты. Сделайте себе приятно. Но вот таких пельменей вкусных вы еще нигде не пробовали. Ну, может быть, а у бабушки. А что, мясные пельмени вот к этой вот рыбной ухе? А что это, Катя, такое вообще? То мясо рыбы. Какой пельмешки мясо рыбы? Он придумал из лосося, говорит, Серега, пельмешки из лосося? Кать, не удивляйся, будешь скоро пробовать. Да, сейчас сварим, там, завез килограмм на дегустацию. Правильно, наверное, с лосося. Ну, конечно. А я что сказал? Из лосося. Чего, блин? Какая разница? Главное, что они ручной работы. Потому что лосось. Внутри лосось. Что там, пальцы себе близуешь? Подожди, дай мне хотя бы приготовить. Поцелую тебе шлю. А, ладно. Ты что, не ощущаешь на своей бритой щеке? Все, у нас кулинарная передача, а не вот то... Лосось. Сю-сю-мусю вот это вот. А, хорошо. А он быстренько отсюда собрался. С пельмешками. Слышь, какого цвета у бычков глаза, а? Мутные. Мутные глаза.
Вспоминаю, обнимаю мутные глаза, я только о тебе мечтаю. Ой, шо за блеск, елки ты палки. А эти не мутные. Ты шо? Катюня, аккуратно, нас же смотрят дети, елки палки. Ты что, сейчас на весь телевизор такой рот выгуляешь? Ёшкин ты кот. Оператор, а ну смотри внимательно, будет залипательно, смотри. Тебе видно? Ух ты, какие зубы, слушай. Я даже не знала. Ты что, не знала, что это наша местная мурена, ёлки-палки? Ничего, такой приятный. Как у тебя, только зубы другие. Ну, язычок такой. О, ведер Марилучика. Герафон, Талюэнсо, ничего в мале. Давай меня чисть. Эй, Марат, Джан, короче, смотри. Это мы уже перелохматили, короче, а я парочку оставил, ну, чтобы показать. А тебе ножик зачем, сиди учить, смотри. Берешь вот так вот под перо вот это вот, чуть-чуть немножечко. Засунул, аккуратно врезал, смотри, печенка. Хлобысь, понял? Вот это именно самый цимис. Шлеп ее сюда и отдельно. Ёшкин кот, чуть-чуть. Это тоже старинный рецепт. Да, родненький, а ты занимайся, короче, что-то. Морковочку так вот, красивенько, вот как на плов чуть-чуть толще. Бахни, ё-моё. Короче, вот это вот сейчас будем варить, туда сверху добавим печеночку, она аккуратненько всплывет, все, считай, что готово. Я говорю, что если бы у улитки была бы печенка, то она была бы в разы жестче, чем печень бычка. Это нереальное ощущение, ребята, я не знаю, ну нежнее ничего не бывает. А это правильно? Просто печень? Да. Да? А что ты думал? Не знаю. Мочевой? То другой рецепт мы тебе отдельно сварим. Миланька? И как оно тебе лежится, а? Ходится, скажи лучше. Нет, человеку сегодня один год и один день. Ха-ха-ха. Ребята, у кого у деток днюха, такие, чтобы они нам были здоровенькие. Ух ты. Катюня, что, мэджик? Закипает? Дайте ей что-нибудь, скажи, Милане, уха будет позже. Кусочек хлеба, немножко бублика. Смотри, морковку что я делаю. Морковку вот есть. А? Морковку. Мараджан. Не захотел морковку человек. Здравствуйте, утро доброе. Здравствуйте. А хлебушек, лепешка грузинская, тандырная, то, что доктор прописал. Эх ты. Валентина. Что, Миланька поехала с Валей кататься, короче, смотри. Не, ну я говорю, что ножницы такие, что просто кошмар, елки-палки. Бросаю карасей, в маникюрщики пойду. Смотри, что они делают? Бздынь, а? А, так ты не будешь вот это мясо использовать? Катюня, буду, только головы отдельно, они сейчас пойдут нам в первый бульон, в первый наварчик. Я ж хочу именно, как это... По классике. Да, по той технологии, по которой 100 лет тому назад, 200-300, деды наши готовили. Йо-йо-йо-йо-йо, ты посмотри на эту прелесть. Ты шо? Короче, эта порода называется зеленчак, те, кто не знал. А те, кто знает, говорят, Серега, ты таки прав, это лучший бычок, что может быть. Самый вкусный. Маратик, а что ты стоишь, как только что приехал? А что делать? Ну там уже почти заводится. Давай тогда сварим пельмени. Давай. Все. А-а-а! Не понял, что? Это вы там будете пельмени варить? Я же вообще ничего не понимаю, что здесь происходит. Катя! Разговаривай. Сколько, мне кажется, что у нас порой Миланья серьезнее, чем ты, елки-палки. Так тут тебе не кажется. Ты должен ай-яй-яй. Так, тихо-тихо. Опача. Так а где мы что варить будем? Катенька, здесь будут пельмени, здесь будет уха. А и то, и другое, короче, будет рыбное блюдо. Ой, слушай, так. Интересно попробовать вообще. Я сегодня буду только пробовать. Я тоже. Все делает Сережа. Ой, тихо. А, я про пельмени с рыбой. Вы кушали такое? Конечно. Да? Да. Серьезно? А я ни разу не ел с лососем. Ел. С лососем, из лосося в лосося, короче. С горбушей. Ладно, я ушел за пельменями. Все, Марат, готово. Оператор. Шухер. А! Посолили? Горячая вода. Ну все, Марат занимается пельменями, я ухой. Ты посмотри на эту прелесть, елки-палки. Чтоб у вас ручки не болели, Игорь и вся ваша команда. Большие молодцы. Обалдеть, ребята. Так у них еще самое главное есть доставочка. И приложение удобное. Я живу рядом, почему ты думаешь, я пробовал их? А, я понял.
А те, кто живет подальше, как мы, короче, пользуемся успешным приложением. Правильно, как называется? Одесские пельмени? Да. Зашел, выбрал, клац-клац, и за мгновение они уже у тебя. И шо? Ты что, Марат занимается пельменями? Высыпай. Слышишь, это... Что это у вас такое там шкварчит? А это у меня сердце бьется при виде таких пельменей. Тык-дык-тык-дык, 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 тык-дык-тык-тык-тык-тык, ха-ха-ха. Надо оставить чуть-чуть. А потом... Кого? Маме? Ну да. Там маме вареных подгоним. Они остынут. Слушай, а я бы на твоем месте вообще бы, елки-палки, взял бы маме и скачал это приложение. Оно там есть на iOS, на Android, куда угодно. Зашел, одесские пельмени такие называются. Лучшие пельмени в Одессе. Да вообще до чего дожились, елки-палки. Одни приложения создают, другие пельмени, а третьи это все едят. Фу, ребят, так и живем командно. Кому интересно, в описании под видео будут тебе и ссылочки. Катюша, Катюша, Катюша Марат. А ты видел вообще, что у тебя там происходит? Сколько... Это значит знак качества. Они летят на не только на... Ну это и... осы. Это осы. А, ну хорошо, что не мухи, правильно? Ну, конечно. Если бы летели мухи, то это понятно, чтобы это было. А осы это нормально. Так они еще и воруют. Чистые дыры. Что делают? Воруют. А посолить? Дай-ка мне ложечку. А морковку? А лучок? Да подожди ты, не торопись. Чё ж, ты какой-то такой сегодня экспрессивно вот такой вот шебуршной чересчур. Делай как-то все постепенно. Потому что любимые бычки готовят. Вообще я не люблю, когда на меня наговаривают. А что ты? А что тебе не то? А почему ты так? Крытки такой весь прямо. Лань. Лена. Здрасте. Лань. Вот это ты имела в виду? Да. Ты просто сказала раньше времени. Пишите ей в Инстаграм. Да. Моя любимая Лань. Слышишь? Пишите. Ты что? Я понял, что у тебя жениха нет. Тебя же догнать невозможно, елки-палки. Ты же гоняешь, что угорелая. Ты что? Давай, у нее еще и мопед есть. Самокат. Тут же, да ладно, что я не то сказал. Тут же весь момент начинается с вот этого. Вот что там, Катюня, все красивее, красивее? Ну да. Бубырки. Немножко подсолили и головы бычков. Елки ты палки. Чбунь. И все, считай, смотри, она сейчас такая молочная будет становиться. Ай-яй-яй-яй-яй. Считай, почти готова. Пион готовлю для тебя. А, целиком. Чбунь. Вчера какие пионы подарила мне Алина, ты видел? Зефир? Ага, очень красивый. И мало того, что красивый, он еще безумно вкусный. Все, Марат, я предлагаю все кинуть. Перчик попозже. Чуть-чуть, да вот, это, вот, ты как вот это, вместе блин. С бычками. Да фу, это отвратительно. А вот это можно. Ну это отвратительно. Я рассказываю, что она готовится за 5 минут. Это мы еще будем ждать, пока подтянется этот. Оно еще даже не закипело, так что успеешь. Хорошо, пусть оно все мне закипит, и это уже будет почти конец ухи. Катюня, представь себе, что это, короче, море черное. Вот это вот пароходы там плавают. На берегу стоит тетя Сара с бичками. Угу. Ага. Ждет свежую партию. Ты что? И все это в Одессе находится. А вот то кто? Вон. Пароходы, говорю. Шаланды, ну и что-нибудь. Ну ладно. А море такое пенистое после шторма, понял? Угу. Ты что? Ну балдеж одним словом. И чайки должны быть. Марта, видишь, как чайка делать? Ты умеешь. Он дома репетирует часто. Или вороны. В свободное время. Все, харе снимать, Чиполлино. Это тоже пароходы? Фу. Смотри, буль. Да ты что? Один за одним, да? Волшебство какое-то. Где следующий? Марат, те, что всплыли, то уже можно в рот пихать. Чпок. Чпок. Я уже хочу. Готово. Все. Готово. Видишь, как они там волнуются внизу? Они там еще потихонечку поднимаются. Да я знаю, я уже все выключаю, потому что это просто шедевр какой-то. Подожди, что? Что? Да ничто. Оператор, снимаешь? Снимаю. Снимай внимательно. Ой-ой-ой. Будет залипательно, слышишь? А что надо? А вот этого надо.
маслечко аккуратненько добавить. Джбунь, джбунь. Маша. Марат, добавляю так, что прямо аж как этот. Как в той пословице, чтобы пельмень в масле как купались. Саша! Я бы перчику вот этого белого чуть-чуть. Маратик, сейчас добавишь себе что угодно. Хочешь, залей их уксусом. Добавь себе перчика. У нас полный шкаф непонятно вкуснейших специй. Бомби как угодно. А я скажу, как ты обычно говоришь. А я не хочу пока это чем-то портить. Я хочу попробовать их в оригинале. Что, слышь? Марат пока ушел за сметаной. Так я вот эту морковочку. Это ж уха необыкновенная. Ее надо уже добавлять. О, слышишь, скажу, чтоб пчелы съели. Унесли. Да. Да не, она ж когда закипит, да я думала, в этом и процесс. Что? Что морковка пропала? А мы ему сейчас пельменями, как это? Как в том фильме, когда, помнишь, было? Как они, люди в черном, бздынь и готово. Сейчас такой пельменями бздынь и память отшибла. Игорь, благодарочка. Молодцы. Там что, с бараниной вкусные? Какие хочешь там. А с вишней вареники? А вишня вареники, а картошка, что мало их лепит. Ты что? Ребят, ой, Марат, Лена. Хочешь в пельмень потыкать? Вилочку свою. Кать, а? Нет, ты посмотри, как маэстро варит пельмени. Ты? Да ты что, посмотри, ни одна, ни как это, ни одна, ни вторая, ни третья не развалилась. Я даже не сомневалась. Ты всегда так. Все. И макароны. Бросаю карасей. Пельменники пойду. Варильщики пельмени пойду. Пельмени. Пельмень. Слушай, с лососем есть, а с карасем чего нет? Давай. Непорядок. Запатентуй. Ребята, ловите по аромату. Ты шо? Особенно для тех, кто это видео будет смотреть зимой. Ёлки-палки. Теплые, приятные, нежные, влажные ощущения. Ого, ты накалидовал. И шо? Таким можно дать? Можно дать. Давай. Так, это сюда, это сюда, это сюда, это сюда. Когда в пивную он входил, синеет море за бульваром, каштан над городом цветет, наш Константин берет пельмени и потихоньку в рот кладет, дет, дет, дет. Тан-да-дан-дан-дан-да-дам. Я вам не скажу за всю Одессу, все пельмени в Одессе хороши, но и молдаванка, и пересыпь знают, что у Игоря от души. Эх ты! Прям куплеты в голове. Я принес тебе то, что ты хотел. Ага. Соль, перец. Я люблю их с уксусом. Сейчас сбегаю чуть-чуть. Так, как тебе дать так, чтобы ты еще их и съел? О, потом этой рукой. Потом этой рукой, главное, глаза нет, не потереть. Марат, вы уверены? Да успокойся. Он. Отлично. Тебе надо? Да. Чуть-чуть, достаточно. Все. А так, а я свою порцию обратно в пакет положу. А пельмени? А я запереживала, что себе не положил. Кого? Пельмени. Да я пельмени-то я положил. Я говорю, хочу попробовать, как они этот. Слушай, какие упругие. Вкусно? Очень. Безумно вкусно. Сказать, что вкусно, вообще ничего не сказать. Какой-то теплый, бесподобно вкусный лосось. Мне нравится одно, что содержимое его больше, чем тесто. А тесто такое тоненькое, эх ты. Ты за уксусом собирался? Что ты меня постоянно гоняешь, да? Могу я тебя угостить пельменем? Угости, да, конечно. Слушай, она уже не знает, что, как от меня избавиться. Я думала, ты пойдешь за уксусом, скажи, а этот, я быстренько кушать буду. Да, скажи просто, что как это. Вот дом, вот порог, иди на рыбалку отсюда. Нет, это лишнее. Вот то не надо меня гонять. И что? И лучок чувствуется. Игорь, снимаю шляпу. Вы такие лучшие. Это бомбисимо. Вкусно. Марат куда-то пошел. Как ты думаешь? А, понятно. Ёшкин кот, ты шо? Вот это уничтожили. Блин, а маме ты хоть оставила? Это не я, это Марат кушал. Эх, не стыдно тебе? Вот, вот есть. Получишь в комментариях от мам. Да не, я шучу. Это такое вкусное, как я вообще не могу остановиться. Вот все, что осталось, Катюня, даже не целься сюда. Это нашей мамочке передадим. Давай, пока суть до дела.
Добавим туда помидорки в нашу уху. Там уже почти все готово. А ты хочешь порезать? Я думала, ты целый. Ну, давай я для тебя одну целую. Давай, для меня. Я люблю, когда для меня. Что, порежешь сейчас? А зачем ты так сделал? Ты а я для людей сегодня готовлю. Так и не надо было говорить, что для меня. А я, как это, тебя спровоцировал, ты взяла и купилась. Катенька, вот так головки всплывают. Вот так хватит. Вот так хватит. Вот так хватит. Маленькие же головки. Ласка. Вот так хватит на всех. Ага. Одной помидоре будет только ей достаточно. Ага. Я же за всех переживаю. Я на нее не претендовала, я тебе открою секрет. Я просто думала, что так будет красивее. Угу. Марат. Что? Головы плавают. Да. Шикардос. Не кричите так, когда шедевры готовятся. А и что? Кидай перец. Что ты говоришь? Из головки только? Не, не только. Там еще есть деликатес. Какой? Не скажу. Секрет. Короче, другие запчасти от бычка. Вот продолжение тела. А, ну да, это же типа какой-то. Ребята, перчик здесь работает как губка. Вот все вот эти вот лишние рыбные жиры он в себя должен впитать. Какие там жиры, Марат? Тихо, тихо. Ты посмотри, что Сережа делает. Это жирный одесский бычок, елки-палки. Посмотри на эту спину, ты что? Шедевр, а не рыба. Положи это прямо в лодочку. Одного. Вот в лодочку. Да, оно ж потонет. О. О, пошел ко дну. Мне кажется, ты слишком много кладешь. Остановись. Пожарь пару рыбок. Зачем так много? Кать, ты не жадничай, еще хотя бы одного. Ешкин ты кот. Ну, одного давай. Ну, еще одного. Так, шо? И тут же сейчас будет самое главное. Это что? Это вот печеночка. Это уже? А, смотри. Ё-моё, ты что, фуагра одесская. А ты налей сюда сначала водички, а потом... А зачем? Сейчас она вся вот так вот аккуратненько разойдется. Она же такая нежная, она же такая нежная, да? Да. А что такое молоко? Нет, это не молоко, это именно печень. А что такое молоко? Я только хотел сказать, бывают моменты, когда надо тебе помолчать, слышишь? Мне дешевле... Нет, я хочу поставить точку над «и». Нет, мне дешевле тебе рассказать это без камеры, чем потом людям объясняться в комментариях. Занимаются сексом дельфины, чем понять, чем отличается молоко от печени, понимаете? Ага, Катюня, иди покажи, что такое не молоко. А я уже вижу, она какая-то кругленькая. А где же вы ее взяли там? В бычке. Сережа в 6 утра это начал щеки. Чистить. Нет. Нет, это именно печеночка. Посмотришь видео, увидишь, как он чистит. Посмотри. Марат, наша юшка почти готова осталась. Точнее, а это значит, что самое время сделать маканку, лёг, саламур. Хай как угодно называй. Саламурчик. Да, бульон с чесноком. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Марат Джан, от сердца и почек дарю тебе... этот цветочек. Петрушку. Короче, смотри, укропа надо больше, петрушки надо меньше. А, ладно, бомби все в ровных пропорциях. Прямо вот все вот то делай, сверху и добавим. И будет тебе счастье. А я быстренько сейчас добавлю, сколько здесь надо. Раз, два, три лаврика больше не надо. Так, два пусть полежат, пригодятся. И вот этот вот перец, Катюня... Черный, непонятное какое, ты шо, и тот, что покрупнее, английский, душистый. У-у-у. Шикарный вид. И шо? Чеснок. Та-ра-та-та-та-ра-да. О, смотри. А? Просто именно чевяк. Ну, Сережа, ну что это такое, ну? Наслаждается процессом. Да, человек. Я вижу, да. Наслаждайся, любимый. Вообще этот фригидная ты у меня. Даже знает такое слово. В приготовлении еды не получает ощущений. Я тут ляпаю
Сейчас я эту шарашкину контору быстренько сверну. Сейчас мы такого худа готовим, понял? Угу. Что, ты надо было раньше свернуть, елки-палки? А прямо не доготовите даже. Так и будете стоять, стругать. Не надо нас пугать. Мачо вы наши драгоценные. Мы с Маратом конкретно на рыбалку собрались, уже точно. Что бы ты ни делала, нет, говоришь. А я и не планирую. Да, мы серьезно просто... собрались. Так что можешь разгонять уже прямо. Слышишь, мы себе на рыбалке еще одну уху приготовим. А, нафиг, туши газ, пошли. Так вы же сказали... Что? Что все вместе поедем. Не... Посмотрим на твое поведение. Да, ты не могла уже помолчать? Типа, короче, что мы самостоятельные такие. Ай-яй-яй, мужики, короче, и все такое. Доезжайте, мальчики, езжайте. Я вас не держу. Так, что там закипело? Где мы... Ой, что это за прелесть? Сейчас прямо отсюда. Марат, смотри. А? Слышь, ну что я тебе говорил про вот эти вот пельмешки? Посмотри. Ай, Марат, Марат, Марат. Ты посмотри, а? И что это за деликатес? Прям равиоли какие-то одесские. Так, а мне нужен юшечка, бульончик. Все, Марат. Шикардос почти готово. Марат, Джан, смотри, чуть-чуть перчика, да давай сыпься, вот так вот, сейчас хватит. Чуть-чуть. А, как помутнел сразу от перца, ох, красота. Немножко соли и уксус, на глаз прямо. Все, хватит. А ну дай-ка мне щепотку своей красивой. Да не, ну что ты по-еврейски. О, не жалко. Да, а теперь еще и отлипована добавь. Еще немножко, буквально чуть-чуть. О, то чтобы это еще и было красиво. Все, шикардос. Так, это готово. И это почти тоже готово. Дай-ка я хоть попробую. Все, Марат, Джан, финиш, наконец-то. Зеленуха. Все, опача, и выключили. У-у-у. Вот это да. Сейчас только зеленуху так вот припарим. И все готово. Жека, родненький, не переживай. За прадеда не посрамились, я думаю, даже чуть-чуть лучше. А, при всем уважении. Шо? Рецепт из классический, как ты рассказывал. Прям как кролик ваш. А бычки это кошерная рыба? Бычки кошерные. Ой, Марат, Джан, Марат, Марат, Марат. И шо? Слышишь? Короче, тут вся прелесть. Да просто, вот вам, ребята, вся прелесть. Что тут скажешь? А? Как ты хотел в лодочке? Слышь, ну-ка. Чиполлино, уходи. Вот так вот. Есть. Есть. Но бычка положи. И головку обязательно. Катюня? Сейчас положу. Марат, а дай вот ту шумовочку, которая... Ага. Да чтобы его не поломать, а аккуратненько, красиво, ты понимаешь? Он же... Смотри. У-у-у. Чисто по-рыбацки. Произведение. Ага. О, вот это все для Марата. Родненький. Марат. Все для тебя и для мамы. Мамы тут пока нету, не придумывай. А вы будете уху? Чуд. Конечно, можно. Идите, заходите.
Сейчас и детей угостим. Пусть попробуют шедевр. Правильно? Дима! Сейчас. Только сильно не кричи, там ее много нету сейчас. Поприбегут. Ой-ой-ой-ой. Марат, ты не стесняйся, добавляй себе саламурчик вот этот вот. Я уже. Ага. Я уже прям готов. Без него даже не вздумайте такие кушать. А вы саламурчика сделали, как будто бы у вас на 80 литров ухи. Не переживай, завтра останется. Саламурчик не портится. Надо попробовать. Там уже Серега мог замутить серьезно. Стой. Ты пока пробуешь, да я себе что-то добавлю. Ты себе жижу, а я с чесночком. А целоваться? Буду, но вряд ли с тобой. А, ну вот. Вот с той головой бычка засосусь. Не переживай ты, Катюша. А я уже и тебя я так тоже покормлю. И будет тебе счастье. И шо? Марат остановиться не может. Он усы туда свои запустил. Подожди, во-первых, оно горячее. Во-вторых, что вот тут я скажешь? Я не буду вообще сегодня ничего говорить. Я просто буду кушать. А вы там что-то говорите. Хорошо? Понятно. Это он вам сказал, ребята. Говорите. Вот только когда поговорите, бегите за бычками и варите то же самое. Мама дорогая. Ой, я ее только понюхал, у меня уже губы склеиваются. Боже мой. Ничего лишнего. Ничего лишнего. Так же вкусно? Катюня, на, отведай. Да я не хочу с чесноком. Вкуснее. Да печенка, какой чеснок? Кушай, Любчик, кушай. Лучше молчи. Что у тебя? Я хочу сказать, вот Боженька придумал рыбу, бычка, и наделил его вкусной печенью. Но он не придумал то слово, как это все можно одним словом назвать. Не знаю. Как? Божественно, а? Бесподобно, безупречно. Нежно, шедеврально. Ты видел, как в том печенка фильме играли короли слова? Это цимис. О. Это самый настоящий цимис. Ой. Лимончики. Слышишь, что это я как приезжий? Давай гаси, я себе сейчас полный бокал литровый налью. И вот так вот надо уху пить. Слушай, нектар, я прямо чувствую, как я молодею внутри. Подожди, ты еще не пошел в фитнес. У него с понедельника. Да. Ну, рыбу ж там можно по этому расписанию есть? Такую можно. Все, значит, будем только такую готовить. Короче, друзья, я с души с вашим сведением. Для вас сегодня, как говорит оператор, репетировали, но мы точно знали, что мы делали. Марат и Эдис Клипован. Всем пока-пока и до завтра. Чао!